Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов. Но наш долг перед Россией в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны. Dear Mr. President, come take a walk with me. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Понимаете? Если вы хотели, это не до конца. We're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all those people in the streets? Who do you pray for at night before you go to sleep? And what do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you see while the rest of us cry? And how do you dream when the mother? В Путине коррупция перестала быть проблемой, а стала системой. How do you walk with your head held high? Если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Он почему-то полагает, что на лжи, обмане и цинизме можно построить страну. 20 лет подряд мы становимся беднее, наша страна деградирует, это никто не остановит, кроме нас. Dear Mr. President, are you a lonely boy? Are you a spoiled boy? Не нарушал конституции своей страны и не собираюсь этого. How can you say no one's left behind? We're not dumb and we're not blind. We are sitting in your cells while you pave the road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? Which critics say will encourage domestic abuse. And what kind of man thinks a marriage isn't right if you are gay? Если вы не примете законы, будет недискриминация и геев лесбиев. Непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, то ему неприятное. And how do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye? Сколько еще вы хотите убивать и сажать? Убивать и сажать. Вы не сможете посадить всю страну. Вы сидите на троне, который мы вам никогда не давали. Носите короны, которые себе вы одели сами. Так запутались в вранье, что прорушаюсь, как можно спокойно дышать. Нет стыда, нет совести. Единственный ответ — насилие. Власть и жадность отравили вас, и вы отравляете тех, кто выступает против вас. Остановитесь. Вы такие же люди, как и мы. Ты такой же человек, как и я. Нас много. У нас есть голос. Нас много, и у нас есть голос. Нас много, и у нас есть голос. У нас есть право на справедливые суды. У нас есть право на достойную жизнь. У нас есть право жить без страха.